Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 34 на странице 13 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маром. В этом упражнении вместо кружочка мы должны ставить знаки плюс или минусы, а вместо клеточек пропущенные числа. Так что получились верные равенства. 8 плюс 7 равно 15. 15 минус 9 равно 6. Двенадцать минус три равно девять. Девять плюс пять равно 14. Семь плюс девять равно 16. 16 плюс 4 равно 20. 46 плюс 4 равно 50. 50 минус 20 равно 30. 32 плюс 8 равно 40, 40 плюс 30 равно 70, 50 минус 8 равно 42, 42 минус 10 равно 32. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.